Привет, друзья! Привет! Мне папа и мама на день рождения подарили домик Барби. Самый красивый домик. И мы наконец-то его откроем. Мне тоже интересно, что там внутри. Открываем! Вот это да! Кто это все будет складывать? Папа и я! Лена, ты уже нашла место, где ты его поставишь, этот домик? Вот. Возле кровати. Инструкция такая не маленькая. Ого, папа! Сейчас мы начнем строительство. Дверь! О, это входная дверь, наверное. Папа, я буду тебе подавать, а ты будешь строить. О. Первый этаж готов. Да, можно жить. Ставим теперь второй этаж. О, мы уже до второго этажа дошли, Диан. Ты выше домик, или домик выше тебя? Пока Диана выше. О, теперь уже все. Домик выше Дианы. Клац. Лифт работает. Приехала Барби. Ура! Я на третьем этаже. Ого. О. Это такое люстры, всякая там посуда, вешалки для одежды. Это еда, смотри. Ой, папа опять что-то строит. Да здесь какая-то такая штука интересная. Это гараж вообще. Для гараж? Машины. Да. Вы видели, бассейн сбоку крепится к стене? Класс! Гаражу. И дверь тут открывается. Ух ты! В настоящем гараже. Зубная щетка! Ты будешь Барби чистить зубы? Есть рыбки? Да. Настоящие? Нет. Смотри. Что это? Как будто стирает. Пузыри от порошка. А это знаешь что? Вентилятор. Место кондиционера. Папа уже 3 этажа построил. Потом. А, тут еще один. Сзади тоже красивенько. Здесь окошко, ванна. Угу. И цветочки на домике. Ты что, уже люстру устанавливаешь? Да. Молодец, сама поставила. Вау, смотри, Дианка, он хорошо встал туда. Все, будем его теперь там украшать, все туда ставить, что куда нужно. Давайте начинать вверху. Кровать. Да-да, правильно. Подушечка. Одеяло. Повесила? О, папа повесил балдахин. Какая красота! Тут Барби чистить зубы еще. Сейчас его поставим. Давай телевизор поставим. Да. Вот, его можно еще поворачивать. Открываешь, сюда ставишь телефончик, включаешь мультик, закрываешь и смотришь вместе с куколкой. Получит ротик. Чистит зубы. Боже мой! А вот это да! Это смывает! Все по-настоящему! Диана, а где диван? Диван у нас на 3 этаже. Вот так, да, чтобы Барби было удобно смотреть. Да, чтобы она видела. Эта тумбочка у нас многофункциональная. Во-первых, можно поставить вот такую штучку. Аквариум? Аквариум. Нажимаем кнопочку. Вот это да. Давайте вентилятор попробуем. Работает вентилятор. Ну что, дует? Едва-едва. А это мы поставили барбекю.
жарятся сосиски и котлетки. Вот это тумбочка, да? Тебе что больше всего нравится? Это. Аквариум? Да. Мне тоже. Ну тут пришел Рома к нам. Ромка, как тебе домик? Классно. Ой. Дети, тут по сути можно поставить чашечки. И они будут ломаться. А что в холодильнике? Ого, сколько много. Яички. Ребята! Что? Что? Давайте туда поселим жителей? Да! Вот. За то, что Диана так долго ждала, мы купили еще подарки. Машина! Это машинка Барби. Диана, покажи, кто у тебя. Это куколка, ей расчесываешь волосы и начинает играть музыка. А кто у тебя? Это Кен. Видишь, какой он модный, у него футболка в кактус. Ой, даже ремни безопасности. Это кукла из серии Fashion. И там много-много жителей. Вот столько. Да, смотрите, какая огромная серия. А у Дианы кукла из серии Dreamtopia. О, Диана, у нее такие модные туфли. В доме у нас уже порядок. Все ждет, когда приедут новые хозяева на своей новой машине. Ой, уехала машина, уехала, уехала. За руль садится мужчина. Обязательно нужно пристегиваться в машине правильно. Ой, я же еще туфли не одела. Нужно спешить, спешить нужно. Один раз расчесала, сейчас будет песня играть. Второй. О! Диана, у нее такие волосы, как у тебя. Она не садится. Она не может сесть? Вот так сделана кукла, которая не садится, а только стоит, представляете? Она с тобой не поедет, она тебя будет ждать там в доме, хорошо? Я тогда поехал в гараж. Ну-ка, давай посмотрим. Вау. Ох, Катя поехала. Как хорошо помещается, да? Вот такая у Дианы красивая куколка. Представляете, ее расчесываешь и начинает играть музыка. Ой, здесь хотят в гараж заехать, Диан. Бип-бип-бип-бип. Диана, давай попробуем ее на лифте покатать. Поехали? У-ху! Поехала. Ой, на третий этаж. Уложила? Мы нашли еще куколку в купальнике. Она будет у нас купаться в ванной. А ты куда на лифте собрался? Через 5 зубов приехал. А, ты тоже в ванную пришел? Нет. Ну там занято. Чистить зубы. Мне кажется, в этот дом нужно докупить еще жителей. Диана, тебе понравился такой домик? Да. Классно. Друзья, пожалуйста, поставьте мне лайк. И подпишитесь на мой канал. Пока! Пока, Дианка! Пока, домик! Пока, я вас люблю! Ой, Рома, давай! Давай покажем, что в ванную, в бассейн нужно настоящую воду налить! Будем наливать? Да. И Диана будет там купаться. Ой, боюсь, у нас здесь будет куча воды. А на этот стульчик можно сесть? Да. Садись. Ну, садись, у тебя платье такого же цвета. Вот тут смывать. Даже есть смывалка? Да. А внутри ничего нет. О, слава богу.
папа, он волшебный. Волшебный холодильник? Да, потому что мы не видели. В нем никогда не заканчивается еда, да? Да. А они муж и жена или друзья? Они, у них есть там девочки очень они много друзья. Разных, а еще разные мальчики, эти мальчики влюбились в девочек. Вот так вот. Слушай, Диан, а если тебя расчесывать, тоже будет музыка играть? Нет. А ну попробуй, вот здесь. На Диане не работает. Потому что это же игрушка, поэтому она не работает. Да?